Утро 7-го дня мотопутешествия. Я в польском городе Августов. И наконец-то я нашел себе девушку, которая мне понравилась. На этом канале много всяких шлюзов. Целая система шлюзов есть. Раньше, вот в 19 веке, конечно, это все работало. Было интересно. У вас, товарищ Ульф, неправильное представление о наших местах. Всем известно, что Кузбасс это всесоюзный кузнец, да? Блин, вот эта спортсменка заставила меня задуматься о своем весе. За 7 дней я столько пива выпил, столько еды съел. Надо будет себя в форму приводить. Ну, я специально отпустил тормоза, короче. Надо, иногда надо в отпуске, летом или когда-то просто. Ну, что себе там ограничивать, правильно? Но было классно. Хотел познакомиться с одной полячкой, но она не отвечает. Ну, что так? Симпатичная. Седьмой день, а я уже начинаю думать о женщинах. Ну что, потихоньку Августов просыпается. А, сегодня же суббота. Скорее всего, что пойдут все. Все пойдут в церковь. Да. В Польше много католиков, поэтому, ну и они довольно такие, скажем, придерживаются своих традиций и веры. А мои друзья еще спят. Ну а я ранняя пташка, я вышел погулять по городу. 7 часов утра. Мы вчера приехали. Классные апартаменты. Погуляли по городу. Ну, главная достопримечательность — это Августовский канал. Он там находится. Там. Но я сейчас хочу зайти в город, потому что мы ходили вдоль канала, поужинали в ресторане классном. И в самом центре города я не был. Пешком хочу с вами пройтись, посмотреть, как оно там выглядит. Тут, похоже, такая центральная улица из булыжника мощеная. Некоторые кафешки открылись. Есть у них такая классная сеть кафешек. Называется «Жабка». Зеленые. 6 утра. Остальные, конечно, еще спят. Вот тут такой, типа, пешеходный променадик. Да. Почта Польска. Вот, тут, скорее всего, какие-то тусы происходят. Вижу, вон стоит сцена и парк. Да. Там уже с утра что-то происходит. Народ суетится. А здесь такой приятный променад, классный. Подойдем, посмотрим. Какой-то памятник и фонтанчик. Прикольно. Вот, скорее всего, это герб Августова. Какая-то барахолочка. Прикольно. Работа в области искусства меня влекла к себе давно. Безумное рождает чувство великой кисти полотно. Давайте будем вести искусство людям. Старинные полотна, друг с другом будем откровенны, картина каждому ясна, хотя шедевры бесценны, всему на свете есть цена. Давайте будем нести искусство людям, берут они охотно. Старинные полотна,
меня прекрасно и прельщает. О, Рафаэль, о, Ренессанс! Искусство так обогащает. Не упустите вы этот шанс. Давайте будем нести искусство людям. Берут-то неохотно! Старинные полотна! Давайте будем нести искусство людям. Берут-то неохотно! Старинные полотна! Вот так! Рыночек, рыночек для туристов, барахолочка. Вот у нас план города. Так, наши апартаменты вот находятся вот здесь, возле этого моста. Мы вчера погуляли вдоль канала, вернулись. Самые лучшие ресторанчики вот здесь, и тут всякие лодочные туры на корабликах по этим озерам. А сейчас я прогулялся, дошел вот до этого. Рынок Зигмунда Августа. Сейчас здесь нахожусь, видите? Народ потихоньку раскладывается. Ну, всякие военные вещи, посуда, антиквариат, новоделы. Маленькие, но интересные. И вот эта площадь Зигмунда Августа. Вот, кстати, ему памятник. Серьезный дядька. Увеличим. Я не знаю, кто он такой. Там что-то написано. Но если памятник. Так. Что у нас здесь написано? Зигмунд 2 август 1520-1572. Так. 52 года прожил. Великий князь литовский и король польский. А, с 1548 по 1572 он был польским королем. Ну, литовцев и поляков в то время фактически было общее государство, да? Была своя государственность. И довольно крутая. Вчера сидели в ресторане, короче, такая толпа байкеров с какого-то польского клуба. Ну, как они тусили, какие они громкие. Не, ну понятно, это мы такие туристы. Сейчас все байкеры спят, отдыхают. И их эмоцики тоже спят, отдыхают. Идемте к каналу. Вот это мост через канал Августовский, да? Здесь начинается... всякие аттракционы. Давайте пройдемся. Кофейницы, таверни всякие, пивные, ресторанчики. Вот. И лодочные туры. Вот видите, здесь много касс всяких. И можете выбрать себе тур на любой кошелек. Вы путешествуете вот по этим Мазурским озерам. Тут план есть. Начиная с 30 минут и до там целый день можно ездить, по-моему. Начинается с 10 утра. Видите, есть современные такие катамаранчики. Ну, кому не нравятся современные, вот на фоне моста стоит. Типа ладьи викингов. Да. Апартаменты рядом мы взяли вообще. Короче, это было вчера утром, я просыпаюсь. Мы были в Гданьске. Я думаю, надо. Обычно мы бронируем вечером так. На следующий день. Я думаю, надо заглянуть. Зашел на букинг. Утром делать нечего, друзья спят. Блин, смотрю, кто-то отказался от апартаментов. И Booking пишет, что обычно эти апартаменты все время заняты. Да, там цена чуть-чуть подороже. Ну, порядка получилось с человека что-то около 30 евро. Да? Но расположение просто бомбическое этих апартаментов. Вот эти апартаменты. Называется City Center Apartments, улица Килинского, 22. И телефончик.
скидываю вам. Если будете в Польше, в Августове, рекомендую. И тут тихо уже, все такая тихая зона. Мы приехали сюда. Ну, я-то легко проехал. Вот сюда. Да. Моя хондочка легко прошла. А у Мариса воздушный гусь своими цилиндрами не проходил. Короче, мы целую операцию сделали. Я снял эту калитку. Сначала пропустили один цилиндр гусю, потом второй, развернули его, и он зашел таки. Со снятой калиткой. Вот. И смотрите, тут дворик есть. Вот Марис. Блин, стоит нофил, значит. Марис проснулся уже. Голый ходит по балкону. Ну и вот хондочка зашла очень легко. Гуся мы тоже затолкали. Вот наши моцики даже чехлами не накрывали. Пускай спят. А сейчас они будут сохнуть. И самое прикольное, тут такой есть выход интересный. Покажу вам. Я думал, что это такое на заднем дворе. Короче, калиточка, смотрите, просто как-то сделано так. Открывается. Па-бам. И вы выходите на набережную вообще напрямую. Секретная калитка. Мега удобно. Мега. Ну и вот наши номера. Тут три номера. Рейтинг очень высокий. По-моему, 9,4. Созвонился с объектом. Ну, с администратором. Она сказала, ваш второй. Назвала код, я набрал код, чик-чик открыл, ключи достал. Поднимаемся наверх. Все хорошо отремонтировано. Все красиво. Видите, вторые апартаменты. 9,4. Сейчас я сниму их, голых этих протышей. Где они у меня? Так, вот одна комната на двоих, широкая кровать, минимальная кухня есть с плитой, совсем холодильник есть, минимальная посуда есть, все четко. Мария срать, кто приехал с блога, дружку, Крио Володя. Я, ладно, малая керкстить. Микроволновка, холодильник, все есть. Шкафы вот такие, где все можете разложить. Туалет обалденный, чистенький, все отлично. Душевая кабинка. Вид на город. Моя комната. Я сегодня спал с MacBook Air. Вот. Мои кофры. Все развесил. Шкаф бомбический просто, видите. Все разложил. Так. Сандра одета. А Марис не одет. Не будем его снимать. Лабрить, Мари. Лабрить. Ниже опускать не буду. Он слишком большой, иногда не пролазит. Поэтому будем снимать калитку. У Мариса слишком большой, не во все влазит калиточки мотоцикл. Так, только что пересекли польско-литовскую границу. Вот здесь у нас сейчас в Кальварии. И нам надо ехать в Мариамполь. Какая у нас?
Es gribu lielu kotleti. Kas? Kartupeļu klimpana visai. Nu, mums tik garšīgi. Jā. Kaut kādu saļānku. Saļānku? Jā. Кармелова, mūsu vieta. Традиционного. Бреджу меджук. Марис, your English is very well. Thank you. Really? Мы не изменяем традиции, которые уже около 15 лет. Первый раз в 2008 году ехали на горнолыжный курорт в Польшу. И нам порекомендовали это место перед Каунасом, Кармелово, где делают национальное литовское и белорусское блюдо. Называется цепелин. Что такое цепелин? Это клёцки из тёртого картофеля сырого. Внутри мясо, а сверху поливается зажарка из сала и сметаны. И вот это название «цепелин» прижилось в литовской кухне с Первой мировой войны, когда линия фронта проходила именно через Литву, 15-18 год, и немецкие дирижабли летали бомбить Восточный фронт, и они своей формой были очень похожи на это блюдо. Блюдо до того сытное, что если съесть один цепелин, часа 4 вам точно не будет хотеться кушать ничего. Сейчас разрежу пополам. Вот. Цепелин. Кармелова. И цепелины. Ионова. Утмерге. Литвина. Литовско-латышская граница. Даугавпилс. И вот здесь. Паразитный. Будет еще 400 километров точно. Yeah.
Фу. Ну что, дома мы. Так быстро неделя пролетела. Впечатлений просто масса. Надо будет их потом разложить по полкам. А, ну правильно, да. Это ваша работа, да? Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майтли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать были, Майтли, а? Конец связи.